Ну, накануне юбилея 9 мая я хочу немного рассказать о своем отце. Бугаев Егор Алексеевич, с 1907 года рождения, сам казак, с Аргуни, тоже из большой семьи. Началась война в 1941 году. Был отправлен эшелоном под Сталинград. Там воевал, он был ротный минометчик. Значит, вот он рассказывал такой эпизод. Когда с полевого госпиталя загрузили на машины и повезли, нужно было везти через Дон. Там ночью. Значит, были проложены трос, ну, канаты, и на них были положены доски. А так как везли ночью, то были поставлены палки, на палках клочки сена, чтобы водитель по ним, ну, конечно, фары не включали. И когда колонна подошла с ранеными, там, ну, может быть, машин много, отец рассказывал, и их предупредили, если машина пойдет ко дну, сорвется, чтобы никаких криков не было. И вот, говорит, ну, в кузове эти полуторки, вот водитель, все, хлюп по этому самым канатам, по этим доскам, которые поперек положены, так часто идут. Впереди одна машина, бах, ушла, ни звука. И вот когда, говорит, наша машина уже Дон переехала по этим канатам, где-то по... Ну, половина колеса была в воде. Как водитель почувствовал песок, говорит, он рванул, вышел, говорит, но повезло. У нас память отца и дедушки, уже он прадедушка, он для нас не какой-то ореол славы, а человек, исполнивший свой долг. И для нас это был не авторитет, это была гордость, наша гордость. И он никогда, мой отец, я замечу, что он никогда не рассказывал, что кто-то совершил великое. Он всегда говорил, ну, нужно, война была война. Я воевал. Но в целом для нас это гордость. Внуки это знают, мы рассказываем внукам. И даже правнукам уже рассказываем это дело.